В этом году в Павлодарской области в 45 населенных пунктах начнутся работы по строительству водопровода. До конца года реализовать проекты планируется в 25 селах. В Майском районе на групповом водопроводе уже ведут пусконаладочные работы. Уже в конце июня в 14 сел района начнет поступать питьевая вода. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы региона Абылкаира Скакова. Пусконаладочные работы ведутся здесь с 11 мая. Проект по обеспечению района качественной питьевой водой спустя 10 лет довели до логического завершения. Сегодня воду подают в тестовом режиме в 3 аула. На сегодняшний день подача воды от села Баскуль до села Куктюбе по магистральной сети подана вода. Вторым этапом вода будет подана в режиме испытания от села Куктюбе до села Жумскер. Третьим этапом планируется подача воды от села Жумскер до села Ажар. На первом этапе работы все практически завершены, еще 26 мая. Протяженность магистральных сетей Майского группового водопровода составляет 147 километров, а протяженность внутрипоселковых разводящих сетей – 187. Все работы будут завершены уже через месяц. Первые технологии, которые используются в Казахстане по очистке воды, насколько вот известно, в Майском районе в подземных источниках превышает железо, марганец, поэтому мы здесь использовали технологию Германии, Дании и Швейцарии. Насосы у нас являются данскими, чтобы очищать, и получается коагулянты и реагенты у нас используются марганец и железо обеззараживающие. С ходом пусконаладочных работ ознакомился и аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Насколько в целом рассчитана мощность этого группового водопровода? С точки зрения там населения? Мы сегодня рассчитывали. Запас какой есть? Бессуточное подавание 4000 кубов. Это рассчитано на 20 тысяч населения. Но потенциал какой есть? Мы сегодня даже рассматривали, что возможно подключить какие-то поселки Аксурского района. Я думаю, что это возможно, надо рассмотреть. Какое расстояние там? Это надо посмотреть. Глава региона отметил, что главная задача власти местного уровня – обеспечить максимальное подключение всех домов к центральному водоснабжению. А возможность подключения к водопроводу близлежащих сел сельской зоны Аксу Абылкаир Скаков поручил рассмотреть не в ущерб уже налаженному процессу. Сабин Рахимбай, Даулет Кушкербаев, Иртыс Ахпарат из Майского района.